Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Более 90 тысяч тонн загрязняющих веществ выбросили машины в прошлом году в Гомельской области. В среднем на одного гомельчанина получается 65 килограммов. Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, в Беларуси каждый год проводят «День без автомобиля». И он как раз именно сегодня. А в Гомеле мужчина пытался украсть косметику на 200 рублей и попался в 10-й раз. В магазине сработала тревожная кнопка, на место тут же выехали оперативники. Мужчину пыталась задержать охрана, но тому удалось бежать. Правда, недалеко уже на входе его задержали сотрудники департамента охраны. На мужчину заведено юбилейное 10-е уголовное дело. Вчера мы говорили о гомельчанке, которая получила 5 лет домашней химии за горящий коврик любовницы. А сегодня расскажем еще об одном полыхающем страстью приговоре. Житель Бреста поругался с женой, напился и решил сжечь квартиру. Он облил все бензином, поджег и ушел. Но огонь зацепил не только его квартиру, но еще и соседскую. Как итог, 5,5 тысяч рублей ущерба и 5 лет строгача.